Здравствуйте! Сегодня мы рассказываем вам о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5A. Смартфоне классическом, недорогом, но все-таки достаточно современном. Итак, начнем. Фирма Xiaomi стремится охватить как можно больше сегмент рынка, поэтому данный смартфон имеет три модификации, к отличиям которых мы еще вернемся. Корпус смартфона выполнен из пластика, имитирующего металл, при этом покрытие выглядит достаточно качественным. Изюминку, на мой взгляд, добавляет глянцевая полоса, как бы пронзающая камеру и вспышку. На верхнем торце корпуса расположены разъем для наушников, инфракрасный излучатель пульта дистанционного управления и отверстие для микрофона шумоподавления. Посередине нижней кромки порт microUSB, который обрамляют декоративные решетки микрофона и динамиков. Если взглянуть на верхнюю часть передней панели, мы увидим первое отличие в модификациях – фронтальная вспышка. Также на более дорогой модификации присутствует сканер отпечатков пальцев на задней панели. Все модификации смартфона оснащаются IPS-матрицей диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1280 на 720 точек. Это немного по современным меркам, но позволяет производителю не завышать чрезмерно цену на телефон. Аппарат удобно лежит в руке, хват привычный для смартфонов подобного формата. Сенсор отпечатков пальцев легко находится указательным пальцем на ощупь. Рассмотрим модификации смартфона, которых насчитывается три. Все они оснащены процессорами Snapdragon 400 серии. Младшая модель несет на борту четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с графическим ускорителем Adreno 308, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти. Старшие модели по оснащению схожи между собой. Обе они оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 435 и видеоускорителем Adreno 505. Различие кроется в объеме памяти. 3 ГБ АЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, либо 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти. Также старшие модели оснащены 16-мегапиксельной фронтальной камерой и уже упомянутой фронтальной вспышкой. Фронтальную вспышку правильнее было бы назвать подсветкой. Она включается автоматически или вручную из меню при выборе фронтальной камеры. Света дает немного, но все же позволяет сделать селфи в полной темноте. Смартфон поставляется в подчеркивающее название красной коробки. Комплект очень аскетичен. Сам смартфон, гарантийный талон на китайском языке, зарядное устройство и дата-кабель. Помимо рассмотренного бело-золотого исполнения, смартфон также может быть выполнен в черном цвете с серебристой задней крышкой и в белом цвете с задником под красное золото.